поздравить с праздником. У меня сейчас 8-е, вы смотрите ролик уже 9-го. Поздравляю вас с праздником, с Днем Победы. Обязательно проверяйте, закрытый нет. Собрал люкстальчик, вот, на подстиле. В тысячный раз говорю, друзья, новички, проверяйте воду перед погоном, чтобы нигде ничего не покапало. Забыл снять, сделал это на автомате, отобрал 40 миллилитров. Ой, вонючки. Ну, первый плевок, как говорится, да? Друзья, всем привет, с вами снова Серега. И сегодня у нас первый перегон на автоматике. Да, ребят, сразу вот прям вот, не отходя от кассы, давайте расставим все точки над «и». Это видео для тех, кто спрашивал, кто интересовался. Кому не интересно, переключите сразу. Просто, ну, не портите своими гневными комментариями мне настроение. Не занимайте свое время на написание вот этих абсолютно никому не нужных комментариев. Конечно, если есть какие-то пожелания, вы можете написать. Ну, а так вот, зачем ты нам это показываешь? Мы давно уже там на другой автоматике работаем. Люди спрашивали, наконец-то она у меня появилась. Да, правда, появилась давно. У меня абсолютно нет времени, не успеваю я снимать все. Все хотелки, все желания ваши, ну, по возможности, вот как получается. Приехала она ко мне уже больше месяца назад, эта электроника. ТЭН, автоматика и регулятор, да. Это все люксталевская. ТЭН 3,5 киловатта. Сегодня попробуем. Надеюсь, ролик получится короткий, потому что первый перегон. Чисто вот на первом перегоне попробуем с этой автоматикой. Сразу хочу сказать, что ТЭН 3,5 киловатта. Я даже сейчас вот ничего еще ни разу не ставлено нигде. Смотрите, все чистенько. То есть попробуем все вместе, все дружненько. Единственное, что я вот уже вскрывал вот эту крышку. Посмотреть на контакты, как они сделаны. Хорошо ли, плохо. И хочу вам сказать, что сделано добротно. Без проблем. Провода хорошо обжаты. Все затянуто. Проверил отверткой. Все затянуто отлично. Понимаю, что проблем с этим возникнуть никаких не должно. Здесь уплотнительные манжеты тоже. Обжим. Ну, чтобы он провод не драть вам. Концевик его держит. Не концевик, а как это называется? Забыл, мне где-то уже под каким-то роликом мне уже это... Ой, подсказывали. Далее, что у нас? Ну, собственно, это участники перегона. Да, вот куб. Люксталевский. Холодильник. Узел отбора. Поворот. Все. Кланчик я так поставил. Электроника. Для двух режимов. Для дистилляции, да, написано. Первая перегонка. Электропитание. Вторая перегонка. Клапан. То есть нарисована колонна. Здесь режим подстил. Здесь режим ректификация. Это просто регулятор напряжения. Именно вот под этот ТЭН. Я так думаю, что, наверное, как-то его можно и под другой ТЭН использовать. Но об этом, обо всем узнаю и расскажу вам тоже обязательно. Что, подключаю? Собираю, подключаю и вперед. Друзья, и тут сразу у меня не возникает вопрос, а создается впечатление, что неснижаемый остаток на вот конкретно на этом ТЭНе может быть меньше. То есть, смотрите, если мой ТЭН проходил где-то вот так вот по высоте, то есть, помним, да, люксталевская кастрюля, сантиметр – это литр. 2 сантиметра, ну вот где-то 2 сантиметра разницы есть, то есть 2 литра. Буду наливать брагу, закроется ТЭН и скажу вам вот этот неснижаемый остаток. Ну, оно интересно, да, если его вот так поставить, то он будет больше, чем на обыкновенном ТЭНе, ну, который трехдушковый. Если вот так вот, то он уже будет меньше на 2 литра. Помните, да, я всегда говорил, ну, около 10. Вообще, по-хорошему, там, литров 8, наверное, 9 было, да? Это прямо вот ТЭН мой старенький покрыт. Давайте посмотрим, что этот нам покажет. Ну и да, как я и говорил, чуть поменьше у него неснижаемый остаток. Видите, душка полностью погружена в жидкость. Как вам показать, чтобы телефон не утопить? Ну вот, 5 литров. То есть, я не говорю, что это хорошо или плохо. Я не буду вам тут дифирамбы про него петь, вообще про электронику. Просто мы с вами попробуем ее в работе, и кто-то для себя поймет. Конкретно тот, кто спрашивал, нужна ли она ему, не нужна. Тем самым мы с вами, сделав это видео, просто облегчим кому-то жизнь. Облегчим чей-то выбор. Все, заливаю дальше нашу брагу. Браги у нас с вами получилось 23 литра. Берем чуть-чуть, прям вообще капельку. Вот 3 капли за глаза.
Ну и все, братцы, вот в такой компоновке я, обязательно проверяйте, закрытый нет, собрал люксталчик, вот, на подстиле. В данном случае мы не будем использовать регулятор ТЭНа, потому что на подстиле нам нужна полная мощность, да, 3,5 киловатта, как она есть. Поэтому переходник с большой розетки на малую. И в тысячный раз говорю, друзья, новички, проверяйте воду перед погоном, чтобы нигде ничего не покапало. Потому что когда начнется погон, вы включите воду, а здесь брызжет. Останавливаю, все. Все, вода побежала. Нигде ничего не течет. Все, выключили. Датчик температуры подключил. Подключать все равно, к какой стороне его. Хоть сюда, хоть туда. Вот такие вот выходы. Как я сказал, датчик все равно куда подключать. Поэтому сюда или туда. Без второго коннектора, да, это у нас клапан отбора. Он будет всегда работать в режиме подстил, то есть независимо, вот горит одна лампочка. Выставляем температуру окончания процесса. Кстати, интервал вот этот вот на подстиле, когда воткнут один контакт, ну один штекер, диапазон от 80 до 120. Мы поставим 99. По достижении 99 в кубе просто прекратится погон, отключится ТЭН. И все. В дробной перегонке этот диапазон составляет от 60 до 95. Вот, стал уже заговариваться. Причем вот эта температура, которую мы сейчас выставим с вами, она будет аварийной уже, при которой вообще закончится процесс ректификации, когда мы уже будем подключать клапан. Ну и все, ребят. Ой-ой. Поставим 99. Клапан сказал не подключен. И все, берем ТЭН и втыкаем его в розетку. ТЭМС. Слушаем. Пошла возня. В данном случае температура в кубе 33,78. На 99 процесс закончится. Погнали, посмотрим. Ну и все, ребзя, 80. Не буду дальше томить. Видите, как стремительно набирает температуру. Махом вообще прям буквально. Включаем воду. Все. Потому что вот здесь уже... А, и вот здесь горячее. Вот здесь чуть теплое. Здесь еще рукой держу. А вот здесь уже невыносимо. Все. Скоро побежит. Мы будем с вами отбирать. Ну и что, ребят, отбор идет полным ходом. Я забыл снять, сделал это на автомате. Отобрал 40 миллилитров. Ой. Вонючки. Такой вот, знаете, ну первый плевок, как говорится, да. Отобрал 40, этого даже много, потому что 23 литра, да, или сколько у нас, 23 литра браги всего лишь. Там можно было 20 отобрать, первый плевок. Это все. Вот, с такой скоростью на полной мощности фигачит у нас 3,5 киловатта, да? Все, ребят, в принципе, посмотрим по завершению, как чего тут выключится. Уже 91 градус почти. Ну и вот, ребят, достигнут температура 99, как у нас и было, да? Загорелся второй индикатор, ТЭН остановился, ТЭН выключился. Погон завершен. Хочу добавить, что если, например, вы померили спиртуозность или... Точнее, ваша спиртуозность больше желаемой, да, там, например, 12, просто вы хотите до 10. Вы всегда... Он не включится, вот сейчас даже если остынет, он не включится уже. Но если вы хотите возобновить погон, вы просто выставляете, тут, например, большую температуру. Он сейчас поморгает 10 секунд. Все, индикатор потух, и он возобновляет погон. Опять все у нас побежало, полилось, набрали нужную вам спиртуозность. То есть вы уже не профукаете. Бывает такое, что забываешься, и все. Друзья, что хочу сказать. Автоматика, а вот она сейчас второй раз, пока я тут думал, что вам, как завершить ролик, она сейчас уже второй раз отключится. 99,48. В общем, ребят, у каждого, повторю, бюджет разный, у каждого хотелки разные. Каждый, вот, загорелся. Опять отвлекся. В общем, продолжаю. Бюджет разный, хотелки разные. Не... В коем случае, друзья, я не настаиваю, что это там лучшая автоматика. Это автоматика, ну, функционал, который я показал, да, и человек уже вправе выбирать, надо ему это, надо ему то, надо следующее, пятое, десятое. В общем, ребят, вот такой вот получился ролик. Надеюсь, что я заслужил от вас лайк, либо дизлайк. Вот, 20 секунд рекламы, да, аппарат Люксталь,
мой, можно сказать, любимый аппарат. Я по-прежнему считаю, что он лучший на рынке. Пока лучший. Может, еще 9-й когда-нибудь выйдет. Вот. А данный аппарат вы можете приобрести по ссылке внизу, перейдя, получить подарок от блогера, ну и, само собой, бесплатную доставку. А еще, друзья, хочу вам, вас, а не вам, сегодня 8.05, поздравить с праздником. У меня сейчас 8, вы смотрите ролик уже 9. Поздравляю вас с праздником, с Днем Победы. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, любви, побед на личном фронте, побед вообще во всех ваших начинаниях, всех благ, вкусных напитков, хорошего оборудования, солнышко, ребят, хорошей погоды. Вот. Как всегда, с вами был Серега и его говорящие руки. Пока.